1 января 2019 года в России установлен новый общефедеральный МРОТ – 11 280 рублей. Как он должен применяться в Туве? Разъяснение об этом представил Минтруд региона. Таким образом, в 2019 году МРОТ для трудоспособного населения составит 11 280 рублей. Важный для работодателей Тувы момент. Республика приравнена к районам Крайнего Севера, поэтому здесь действуют повышающие коэффициенты к МРОТ. С 1 января 2019 года они применяются в обязательном порядке. При этом работодатели должны помнить, что северные надбавки и районный коэффициент не должны включаться в сумму зарплаты, которая сравнивается с МРОТ. Эти надбавки начисляются сверх зарплаты, то есть не меньше регионального или отраслевого МРОТ должна быть зарплата без районного коэффициента и северной надбавки. С учетом районной и северной надбавки месячная заработная плата в республике при условии выполнения работникам установленной нормы должна составлять не менее 21 432 рублей. Если это требование нарушено, работник вправе привлечь работодателя к административной и уголовной ответственности.